несмотря на то, что выключался стрим, у нас мы все равно возвращаемся на матч между игроками Мэтт Таноса из Российского национального исследовательского медицинского университета из Москвы против Рипчика. Это у нас игрок Ставропольского государственного медицинского университета. Именно этот, именно проигравший здесь игрок, останется за бортом призовых и не сможет побороться даже за выход в финал. Как всегда, ваш комментатор забывает выключить ВК. Так, все нормально. И давайте посмотрим. Зуб Нефарина выходит. Тут у нас первый матчап у нас Варлок против Роги. Роги очень интересное изображение. Это у нас, да, Пират Краба, Пират Нага Рога против Мурлок Варлока. Вот, интересно, на самом деле, вот, давно не ожидал такого увидеть. И некоторые карты я вижу вообще впервые, потому что обновление только пришло. Развитие Тазиса. 4-3. Карты еще без шарский мародер. И какой без ножабры. Ну, шарский мародер выходит. Раскапывает такую же. Давайте прочитаем, что он делает. Одно мародер. И вот у нас без ножабры. Один, если его убить. Монетка выходит. Приходит у нас шары. И вот эти два пирата, как мы в прошлую игру смотрели, выиграли игру Магистру. Тут они могут также сыграть и с Мэтт Таносом. Дальше есть Мурлок Волномут. Выходит Мурлок Полководец. И сейчас все пойдет в лицо. И минус. Сколько у нас? 15 хп. Половину хп сносит у нас Мэтт Танос. Сносит половину хп. Стреляет у нас зубом Нефарианом. У нас есть... Вы раскапываете все с предсмертным хрипом. Придется это брать, хотя вот есть якорь вам в глотку. Им в глотку. Раскапываете что? Епарь. Получится никак разыграть. Тут ничего не получится играть, к сожалению. Придется все-таки сначала глотку разыгрывать. Дать ли один всем? Отберет у нас 4-3. И разменится с участием. 3-2 у нас не разменивается, потому что, понятно, дополнительные статы не хочется получить его. Но сейчас 3-2. А вот, кстати, 3-2 стоит лучше или нет? Плавник гигант, боевой клич, пожирает всех существ противника, принадлежит и плюет обратно. Она была такая карта уже в Хардстоуне. Тоже выставить обратно. Вот Мурлок полководец плюс разведчик. Попозже надо. Плавник. Знаете, спрят копию этого существа. Ну, двойного повелителя можно сделать. Самое дно. Спецулов делать. Самое дно. Раскрывается один. Ух ты, вот он и мародерчик подошел. И надо 3-2 желательно всем с руки получать эффект. А, нет, смотрите, будет бить в итоге. Будет размениваться. У нас Рипчик. Думает он, этот Мэтт Танос, стоит ли панду разыграть. Думай. Думает у нас Мэтт Танос. А, кстати, какую карту он взял, что там? Тант головы, постоянный хрип, восстанавливает 4 здоровья в вашем... Ну вот, да, получается, Рабата ударится одной клешней, ударится лицом, ударится второй клешней, все равно натиск. И так, тебе дамаж на будущее. Так, нам нужно что-то как-то кого-то боевой клич. Хорошее. Ой, тут у нас разведчик. Сейчас... Вот у нас двойной плавник. Кстати, вот это я немножко не понял, где такое происходит, что вообще такие статы вышли. Вот зачищать у нас из стола у нас Рипчик. И нужно... А, разведка еще. Ух ты, два разведки. Блин, обидно сейчас. Как его? Фордринга никак не разыграешь? Как надо зачистить стол-то?
Провокатор. А, ну и все-таки бьет в лицо у нас. 9 хп и получается, подождите. И получается отлетал. Я рипчика, сейчас надо просто ударить. Да? И Метанос проигрывает у нас первую встречу. Первую встречу. И у нас происходит так, что закрывается. У нас варлок. У рипчика. И сейчас у нас остается маг у него, но вот Метанос есть выбор между такой же Роги играется будет, либо он перейдет на шамана. Вот шамана хочется посмотреть, давно его не видел. Я сам любил шамана через забилку, которая дает двойные боевые ключи. Это было очень сильно. И у нас получается... Получается... Ответ такой. Мои чары сильнее. Королева Шара желает А, показать себя. точно, все. Нормально, это Рога. Тут у нас... Я теперь научился горьким опытом. Рога у нас с вами против мага. Разыгрывает вымогатель Шару. Тут у нас вот, которые, как его, бочки, корабел, а инженер поезда, точно. Выходит, тут у нас, а, это мехмаг, точно. Мехмаг. Танос. Выходит, продажная сабля, раскачивает у нас зуб, ну надо гнола, 4-5 за одну ману. Меняется. 4-5, на первом столе придется сейчас раздражать, расставить, хотя вот за 2 маны что? Кстати, хорошая карта. Так, ну значит надо сбивать обилочкой. Ключ, значит. Единицу урона злобным ударом и все-таки пробивает на 4 демеджа. Зоб не файл, рыбалка. Серия приемов. Выбери карту. Раскапывать заклинание другого. Луководный портал. Разрешено приходится для щелкуна в итоге. Щелкун так сильно погоды не правит, вот механа акула это сделает. Вернуть им. Точно бить им. Бить нас гнулом. И сейчас еще раз его выставить. Гнола не будет пока выставлять. Оставим всех случаев. Еще раз, что делает гнол. Просто-таки оставить гнола. Вдруг там что-то произойдет. Но это механа акула плюс механизмы на стол. Акула. Нормально так играет. Апограф. Материнский корабль. Или две меха-акулы. Это уже похоронная будет. Корабль стреляет. Вот еще шпун. Вот у Метанса начинают проблемы быть. Надо все-таки тратить. Это выходит у нас два судна Ашары. А, натиск, да, и забирает у нас акулу точно. Мог прочитать. Но сейчас выходит вторая акула, да. А, вторую акулу в итоге ты не взял. У него есть этот корабль. Риски корабль выставляется у нас в темп. Он помогает Широму, надо сейчас раскрывать. Наберется Эдвин Манклиф. Двойной агент. Очень хорошо. Но уйдет рыбалка. Берется сразу у нас зато установшую еще два пирата. Еще подготовка есть. Сейчас мне интересно, пиратов ли стоит выводить из этого. Еще и ходит маэстро маскарады и бьет у нас. Да. Бьет у нас в итоге Танос по лицу. Остается всего лишь 6 хп у нас у рипчика. Рипчика что не имеется. Гигант. Это наверное, гигант хочет стрелять гиганта. Он делает. Натиск. Будет... ё-моё. Ну тут не пробьет все равно.
Да, пробивает часть стол, и походу у нас приходит ситуация, что мы Танос хочет создавать ему рывок. И я правильно понимаю, что это 9, это 9 дэмэджа. И мы Танос у нас проигрывает эту встречу со счетом 2-0. Закрывает у нас эту карту Ипчик. Мы с вами переходим на следующую карту. Я тогда не буду. Я расставлю паузу некоторым. Я вроде бы начал время, ведь мы посмотрим уже битву за выход в финал. Даже с вами трансляция, и мы скоро вернемся. Наверх.
И как по задним звукам данной трансляции, вы, наверное, уже поняли то, что мы возвращаемся с вами к турниру медицинской лиги КМА «Мажор» по дисциплине «Хардстоун», где у нас двое игроков сражаются за выход в финал, и мы определим тот, кто будет играть в финале, а тот, кто, к сожалению или к счастью для него, останется на третьем месте. Это игрок у нас команды Ставропольского государственного медицинского университета «Рибчик» против игрока уже из Ярославского государственного медицинского университета. И в финале их ждет магистр. Посмотрим за этим замечательной игрой. У нас получается варлок-чернокнижник против демон-хантера. Кидается у нас тут клинок, забирается у нас, он, по-моему, по Мурлоку дал, да, по двойному плавнику дал. Надо разыгрывать, вот, да, надо разыгрывать ашарского мародера и разыгрывать вот этого вот Мурлока, наемник из цветущего оазиса. 3-4, 5-4 за 4 маны, я считаю, очень хорошими существами, но надо выставлять все-таки Зеркана, да, по-моему, Зеркан, как он, Дректару, господи, Дректару надо выпускать, либо сейчас пытаться забрать весь этот стол, получится ли его сделать, 2 до конца дэмэджа, так, и я вилку, и в 5-4, больше пока так, пассивно сыграть, а, нет, смотрите, забирает 3-4, и берет оружие. И следующий ход то же самое будет. А, нет, он же может атаковать. Ух ты! Не знал я вот про эту способность Демон Хантера. И у нас получается уже 15 хп. Придется ставить Мурлока в тайм. Но не волнуйтесь, он не даст вам триплет. Он просто будет Мурлок. Просто даст эффект никуда. Не разыграется триплет, но зато слияние из глубин можно будет сыграть. Раскопать, какой дальше продолжить давить соперника. Мутантус, кстати, по таймингу очень хорошо. Или мародера хочется взять. Но я думаю, все-таки придется мутантуса брать. Еще два хода? Нет. Решил все-таки сэкономить. Вот шестерка, что это такое интересное. Вот следующий ход она может выставиться. Сейчас главное, чтобы Дректара не поставить. Надо забрать весь этот стол. Так, посмотрим эффект, какой у нее. Ну, то просто, да. Задумался у нас немного уже. Охотник на демонов. Выходит Дректар. И... берется и заберут сейчас 3-4. Спокойно. Ровно 4 дэмэджа. Немножко перейдем, чтобы было удобнее. Так, выходит у нас опять слияние из глубин. Мурлок, либо щелкун. Не, наверное, точно Мурлока, да, на хп давать. Ну, вот сейчас как-то сыграть. Ну, блин, даже не получится забрать. У нас 4-3, и, по-моему, это летал на следующем ходу. Надо обязательно что-то забирать, но нет. Не получится у него ничего забрать. И, по-моему, у нас первый раунд забирает уже. У него хватает дэмэдж для того, чтобы выиграть. Мы тогда поздравляем его, то, что он закрывает своего демон-хантера. И дальше будем смотреть, как он будет использовать своего мага. Спасибо, он защищает этот стол, и да, как ни странно, уже заканчивает первый раунд своего матча, закрывая тем самым своего Демон Хантера. Опа, и тут тем временем я неправильно немножко сделал. В итоге забанен у них был оба паладин, а вот Варлок, он сейчас как раз и играет. Вот, и давайте посмотрим, какая будет максимально удобная колода против Мехмага. Против Мехмага, возможно, взять Чернокнижника будет не очень приятно, поэтому мы с вами... надеемся, что Мехмаг будет против Мех. Это матчап, за которую можно победить, хотя сама по себе сложная ситуация. А, и начинается следующая игра, и у нас получается чернокнижник на мага. Все-таки решил он сначала пытаться закрыть своего чернокнижника, но очень сильный сейчас Мехмаг. Ну что,
Так вот, у нас слияние с глубин, мегаплавник, и вот она распределитель полей боя. Надо все менять здесь, да, к сожалению, самостоятельно карта не работает. Ну вот появляются эти мурлочки. Золотые мурлочки у нас оставляются. Ой-ой-ой. Получается, пошел контент. 1, 2, 3. А вот у меня щелку. Она представляет. 3, 2, 3, 1. При помощи обилки можно забрать любое существо. На следующий ход. О, разведчик. Не, у нас выходить двое, наверное, двоечку. Находит разведчик Дайса. И выходит. Сейчас, я думаю, есть смысл поставить либо раздражуля, либо чего остального. Можно просто забрать сейчас обилки. Монетка. А, и разыгрывается у нас тут глубоководный портал. Двоечка, раздражуль тебе за одну ману, ударяется. И сейчас можно хил, захилить своих урлоков. Так он и делает. Забивает. Забирает он сейчас на 3 ты. А, кстати, пропустил сейчас один дэмэдж. Не страшно, 3-3 могло бы задеть. Ну, кстати, посмотрим, если в итоге на рыбчик это как-то повлияет. Вот мехакула, и сейчас начал игрок настоящая. Мехакул, механакул. Понятно, механакулу, к сожалению, приходится забирать 100% всегда. Надо восстановить мурлокового полководца. А, нет. Просто забавно. А, тут же все под натиском. Точно. Станов никаких нету. Пытается сейчас. Наверное, надо 4-2 и 5-3 ударять. Она может максимально пробить. Механакулу 100% забираю. И у нас продолжается действие. Значит, ну, обилочка можно забрать. Это такое. Господ. Не с натиском. А, не без натиска. Так, 5, 6. 5, 6. Сколько это? Пом отлетал? И в итоге варлок закрывается. И у нас счет становится 1-1. И вот мы с вами переходим на, наконец-то, финальный бой. Маг против мага. Маг против мага. Кто же из двух игроков самый сильный маг планеты? Мы узнаем именно сейчас, кто уйдет с турнира с призовым 1100 рублей, а кто пойдет драться за 3300. Вот это интересная борьба. Поэтому сейчас посмотрим, чей мех маг сильнее. Выставляет сразу Балинду каменного очага. Оставляет. Ой, кстати, а это, по-моему, нет. Это прям похожие на друг друга мехмаги. Подумает топограф, этого не будет делать. Здороваются у нас ребята. О, кстати, ради топографа будет это делать. И там ни разу я не кликал, кстати, вот на эти штуки. Закрыл еще. Оп, ключик. Клево. Так, выходит у нас подумает топограф. И будет разыгрывать у нас вот гею, может быть, взять. Да, берет он гею и просто так разменивается. Сейчас можно забрать двоечку, троечку, троечка есть. Да, можно сейчас вот глубоководный портал построить. Да, и удариться в 1-2, наверное, будет грамотнее, чтобы просто оставить существо. Так, ну сейчас горилла-бот выходит. Не зря он оставлял одну руку. Ой, ну опять топографа придется брать. Ничего здесь нет, раздражатор, конечно, очень хорошо, но... Мне кажется, красивые золотые у нас тут.
Так, забирает существа и продолжает пушировать у нас рипчик. Так, что у нас тут интересно? Вот надо выставлять акулку. Выходит у нас меха-акула. Слияние. Еще одна механа-акула. Надо, наверное, Гею брать. Ее тоже надо будет взять. А, нет, смотрите, топографа хочет взять. Топограф. Раз, два, три. Никто пока не погибает. И сейчас... Ой-ой-ой, сейчас расстреливает полностью стол у нас уже. Да, полностью весь стол у нас он зачищает. Так, а вот у вас, к сожалению, с механакулы будут проблемы. Но придется, да, давать глубоководный портал. Выходит слияние. И все, и, наверное... А, нет, просто раздражатор, чтобы просто заблочить какой-то вот... Какой-то дэмэдж. Хотя, я думаю, что все понимают, что лучше оставить. Ради пушки. Потому что механакула, может, и нет. Все-таки раздражатор оставляет. Не хочется получать вот столько дэмэджа. У нас получается с обилкой механа горил. А, нет, выходит сначала чистильщик. И выходит еще у нас... Выходит у нас подводный топограф. Главное, чтобы сейчас... Интересно, попадет ли раз, два, три. Да, все-таки забирает. И это будет 9 дэмэджа в лицо. Остается 18 хп. У меха-акулы есть еще одно. Ну, поехали. Меха-акула тоже сейчас будет сражаться. Сначала будет... Горилла бота разыгрывает. О, еще одна механа акула. Надо ее, мне кажется, взять. Хотя вот есть и Голиаф Шреддер. Раз, два, три. Ну, сейчас очень сложно будет как-то попасть. Слишком мало всего. Слияние с глубины. Раз, два, три. Ой-ой-ой, как же предательски никуда не попадает. Так, и получается у нас сейчас 6, 7, 9, 12... Сейчас посмотрим, как будет стрелять механа-акула. Так, пока не попадает горилла. Она только по союзникам? Противниками только, понял. Еще сейчас постреляет. Вот, один раз в лицо. И получается у нас 4, 6, 9, 12, 12, 15. Но приходится все-таки разменять весь стол и пойти дальше в дэмэдж. У нее есть механа-акула, но... Как это все чистить? И денег их нет. Хотя механа-акула может как-то и хорошо все пострелять. Сюда три, еще сюда два. По двумя магии. А, у него нету, к сожалению. Надо их искать меха за один. По-моему, такого нету, да? Все получается. Нет, удары совсем не... Все совсем плохие. И поэтому рипчик проигрывает у нас это противостояние и уже закрывает эту карту со счетом 2-1. Он ее закрывает. И мы тогда с вами уходим на паузу, ведь скоро мы посмотрим финал магистр против уже. Оставайтесь на странице, мы скоро вернемся.
вмешиваться. Почувствуй ненависть. Почувствую. Почувствую ненависть 10 лет. Я позже, ведь у нас начинается финал турнира мейджора по дисциплине Хардстоун на медицинской лиге КМА, где с нами, где у нас сражается магистр против. Магистр против уже. Они уже встречались в финале Венеров, где магистр оказался сильнее со счетом 2-0. И вот тут у нас начнется следующая игра. Рога против Мехмага. Начнется замечательная игра. Хорошие колоды. Я сейчас все соберу. Вот и пока не очень хороший старт у нас у... Не очень хороший старт у нас у магистра. Вот есть Тимида, чистый свет, и вот ездовой ящер. Получается, что лучше всего, наверное, пикнуть ездового ящера. Он более-менее подходит под ману или более-менее будет на следующий ход выставляться, потому что я что-то не уверен, что у Роги имеются какие-то вот хорошие карты. Но выходит Мида. Мида это за 4 мана, 4-6, то есть за 5 мана, 4-6. Будет более-менее. Выходит назад. О, вот, у нас выходит наконец-то абордажная сабля. Прям очень понравится. И еще серия приемов улов. Но сейчас ее никак не разыграть. Поэтому разыгрывается обилка и удар в 1-2. Да. Также же делает магистр, как я и думал. Впрочем, будет это сделать. И вот сейчас будет выходить механоакула. А есть ли возможность как-то эту механоакулу забрать? Нет, сначала будет глубоководный портал идет. Чтобы подготовить у нас механоакулу. У нас слишком много дэмэджа нанести. Но это, да, это Мида. Мида чистый свет. И сейчас Мида выставилась. Очень хорошая карта. 4-6. Кстати, зря я недооценивал. Выходит еще одна. И сейчас... И что? И что? Ничего не будет выставлять. Сейчас просто 4-6 в лицо ударит. И можно ли смысл все-таки судно с шары взять? И сразу же сделать рыбалочку. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой, берется затонувшее судно. Это 5 дэмэджа, 4 регенится в себе. 4 дэмэджа, 4 регенится в себе. И вот сейчас как будет разыгрывать у нас. В этот раз механоакул еще одна есть. Нет, механоакул больше нет. Ого, сколько сейчас выставит существ у нас. Маг. Ну все, заберет у нас. Да, маг. Ой-ой-ой-ой. Гею, да, Гею придется взять. Ну и вот предательски пока не очень хорошо стреляет у нас акула, но вот выходит у нас материнский корабль, и он заберет у нас 4-6. Хотя посмотрим, как будет выстрел работать. Нет, его выстрел не будет работать, придется ударяться. Просто так. Ой-ой-ой, предательски, к сожалению, не получился. Еще стрельба идет. И забирает весь стол. У нас уже... Выходит маэстро. Ну и пока очень сложно будет что-то делать. Сейчас выходит у нас Эдвин Ван Клифф. Выходит восьмерка. Идет обмен сабли. Вот, карабата. Но 29 хп. Много ли это? Но пока тут очень сложная ситуация. Возможно, есть смысл вернуть Ван Клиффа в руку. Но нет, не делает у нас этого он. И что? Тут у нас, да, выходит Асбалинда. 10-5, 10-10, неплохие статы. И нужно забирать... Нет, бьет у нас все в лицо, пойдет, интересно. То есть это немного дэмэджа. Давайте сейчас посмотрим, а как у нас тогда разыграть можно крабом. Ну, по-моему, для магистра сейчас очень плохая ситуация. Возвращает у нас Ван Клиффа. Так, подождите, а что хочет найти у нас магистр? Возможно, я что-то не додумываю. Там 10 дэмэджа. Где его там найти? Какой-то дэмэдж? Вообще хоть что-то сделать? Интересно. Карабата... Акробата выходит там.
4-1 бьется в 1-2. В лицо. А, нет. Ну все, да. То, к сожалению. Он летал. Или нет, получается. 3. Да, это у нас 100% летал от уже. Первую карту закрывает у нас уже. Остается у него лишь один демон-хантер. И давайте посмотрим, хватит ли возможности у магистра перейти наверх. Не пройти наверх, а дальше сыграть. Ну, надо все-таки, наверное, мехмага против демон-хантера брать. Она возвращается у нас к игре. Ирель против Араны. Да. Хорошо, что именно Арана. Так. У нас тут паладин знаменитый, которого нету, в роли против Демон Хантера. Выходит у нас тут вымогатель Ширу. Выходит у нас двойной агент. Ой, двоечка, кстати, в тайминговое. Возможно... Разведку надо на 2 отдавать. Да, разведку надо отыгрывать всегда. Двойной агент, к сожалению, не получится у него как-то разыграть, потому что там... А, ну это просто боевой клич. Да, разыгрывается у нас разведка. И выставляется у нас опять мида. Да, придется миду опять брать. И... Разыгрывается у нас карта. Выходит у нас двойной агент. Карта за 2 маны 6-6. За 3 маны 6-6. Выходит у нас Глефа. Выходит у нас двоечка. И забирается одного из пант. И сейчас еще... А, нет, сейчас несколько раз он заберет его. Раз. И два. Кстати, не показано, что именно вот это оружие может атаковать 2 раза. Выходит мида, чистый свет. И его, как я понимаю, нечем будет забрать, как-то сбить. Можно обменять. Наверное, выходит Дректар. Ух ты, Дректар. Ну, Дректара вот можно забирать легко. Сейчас, если бы вот... у нас будет ударит ли лицо, либо просто оставит. Да, оставит. Мастер каюк, неплохо. Выходит у нас подготовка. Выходит у нас разведка. Потому что у нас придется разведки. Может еще одна? Ух ты, выходит крысиный король. Выходит двойка. Она ударит в 3-4. В 4-6 контролирует стол у нас магистр. Так, а что у нас дальше? Крысиный король впадает в спячку, возрождается, когда погибнут 5 ваших существ. Ну, неплохо. Неплохо, у него есть мистер каюк. Есть как-то возможность забрать весь стол, но ничего по сути нет. Есть только страж сокровищ. Нужно давать обилку, обязательно убивать 5-2 крысиного короля. Да, сейчас будут убивать... Ой, как неприятно, крысиный король. Есть возможность забрать 4-6. Что 4-6 дает предсмертный хрип? Да, он снова призывает миду. Ну, надо забирать миду. Но придется мистера каюка вставить в темп. Дайте нолик. А, и таунт, таунт. Ну, придется пробивать каюком. Каюк пробьет 1-5, и все нормально будет. Опа, вот и гнол. Можно гнола сейчас выставить будет. Да, оставить гнола, дать обилку, поставить гнол, убить. Да, и оставить 4-6. А, нет, все-таки хочет по максимуму выставить. Выходит у нас 6-5, забирает 1-5 и продолжает у нас пушировать у нас Демон Хантер. Демон Хантера пока в руке ничего нету, все на руке. 4 существа стоят на столе.
Да, пока не очень. Но сильнее с урона, если разыграть эту карту. Кстати, вот это, минус 3 урона, дать ее в 6-4, забрать ее клинком, поставить таунт. Найс. Конечно, шикарная карта. Так, еще раз. Да, наносит с наименьшим здоровьем, убивает на существо. Три атаки, раз. Мне сейчас заберет 4-6. А, 4-5, по-моему, все заберет. И продолжает у нас пушировать друг друга. Но надо все-таки, наверное, 4-6 забирать. Один, надо забирать это все, что на столе. Выходит у нас абордажная сабля. Выходит у нас пират Прайдоха. Ой-ой-ой, в маны, к сожалению, не хватает немножко. Наверное, да, это все надо забирать. Забирает у нас магистр. 4-6, 1-1. Выходит таунт. И сейчас выходит восьмерочка. Забирается у нас этот хил. И тем временем выставляется. У нас весь стол полностью защищает, но там выйдет несколько теней у нас. Ну да, кстати, сейчас нормально так получится. Вернуть всех этих существ, одеть две тени. Хорошая карта, творец теней из капс. Надо его тень, хотя, смотрите, есть крабата разыграть. Это короля откроет, и он будет опять с натиском. Кстати, вот тут интересно, что будет. Я вообще стримлю я? Да, все, слава богу, я стримлю, потому что игра одна из самых интересных сейчас у нас происходит. Если у нас выставит крабата... Два крабата отдать туда в 1-5. Или крабата позволяет второй раз ударить. Вставляет крабата. А, точно, он один клинок наденет. Раз. И натиском все заберет. Весь стол. Можно второго отдавать. Появляется натиск, да, у крысы. Раз. И два. Все. И у нас происходит то, что нету карт у демон-хантера. Полностью высолен стол у магистра. Выходит еще существо. Выходит иглоплюх. Выходит ветеран. Да, защищает стол. Сейчас опять убьет у нас крысу. Но это минус 5 дэмэджа. 6. И у него будет 10. А, это летал. Да. На это у нас летал, магистр закрывает вторую карту, за счет игра будет очень напряженная, потому что рога закрывается, и у нас остается лишь один предстоящий матч, это у нас маг против Демон Хантера. И сейчас будет шикарнейший финал, интересно, кто же победит, Мехмаг против это у нас тут Мехмаг против как раз этого Демон Хантера. Посмотрим, завезет ли второй раз Демон Хантеру. Мехмагу тоже очень можно завести. Хорошая вообще карта вот эта акула, которая стреляет у Мехмага. Поэтому все будет так. Задумались у нас ребята. Последние колоды у них остались. Думают, какие у них колоды остались. Ну вот сейчас решается все. Интересно был ход от магистра. При помощи клювов. Вот этих, так сказать, этих крабиков. Ну, ребята что-то задумались немножко. Все. Как вы слышите по задней
Да. По заднему звуку вы понимаете, что Килтузад у нас стреляется против Араны. Здороваются у нас ребята. Руна верхнего мага он оставляет. Применяет к противникам заклинанием. Да, происходит у нас кок демона. Быстро у нас начинается игра. Немножко, наверное, застопилась она. Выходит у нас инженер поездов. Поезда. Ой, механа акула появляется. Выходится топограф. Буду в следующем ходу разыгрывать. За три маны. У нас получается что? У нас... Когда он работает? Улов. Если механизм, вы берете его. Ветеран через монетку. Или манкрика просто выставит. Да, выставили просто манкрика. Прошу, помогите мне найти боль. Это же механик. Приходит, приводя вот этот топограф. И сейчас его второй раз взять. А, нет, смотрите, берет у нас, у нас щелкуна. Начинает у нас дамажить манкрика. Есть манкрик, есть еще ветеран авангарда и обилка. Манкрика бить нужно в 3-2. Забирать, а нет. В 2-4 забирать обилкой. Выставлять ветерана авангарда до этого, до удара. Ну нет, будет просто атаковать. Раз и в 3-2. Забирает на существо. А в следующий ход можно поставить, можно обилочкой забрать. А, или... Не, подождите, он еще останется, там 2 хп. Поэтому можно поставить механоакулу и пытаться щелкуном пострелять. Ух ты, а вот появляется у нас сияние. Спамит у нас магистр. Идет стрельба щелкунчиком. Так, и у нас получается 1, 2, 3. Не промахивается у нас. Механоакулу сейчас просто заберут. Да. Нет возможности, наверное, что-то забрать. Леди Стэн, невидимость во время атаки. Хотя, может, Леди Стэна выставить? Нажать обилку. Во время атаки, после того, как вы разыгрываете заклинание, есть заклинание один, есть гнев. Нет, выходит ветеран. Выходит двоечка. И будет у нас двоечка ударит в лицо. Нет, будет бить по щелкуну. Будет по щелкуну. Раздражатор потом будет слияние из глубин. Ух ты, выставляет слишком много существ. Раздражатор плюс слияние. Нужно что-то придумать, ребятам, из интересного, чтобы тут... Так, у нас еще есть тисячек, есть еще подводный топограф, есть еще щелкун. Еще раз щелкуна выставляет. Просто хорошая карта. И у нас Гея становится все больше и больше. Надо дожить буквально магистру до Геи и оставить еще какой-то хп, чтобы что-то сделать. Так, сейчас у нас будет разбираться... Сейчас 2-2 ударится, нажимается обилка в щелкуна, щелкун забирается, призываются еще челы, и вот как раз... А, хотя нет. Выходит просто, да, страж сокровищ. За ноль, кстати, есть. А, теперь она сработала. Ну, или просто удар хаоса. Удар хаоса. Сейчас полностью зачистит стол, как я понимаю. Да, будет полностью очищать стол, чтобы не сыгралось, и по у магистра большие проблемы сейчас. Ему нечем сейчас выставить таких существ. Ой, как хорошо, выходит Балинда. 3 и 10. Ух ты, 3-10 существо становится, очень хорошая карта. Обидно, очень обидно, что портал стоит 5 маны, но не так уж все и плохо. Обидно, что Гея не появляется в руке. Так, надо выходить, точно глубоководный портал ставить. Я вот магистр, тут интересная ситуация. Ой, сейчас он будет стрелять все это. Стреляет у нас. Заспамил полностью весь стол у нас Демон Хантер. Пробивает. Он уже до 18 хп. Приходится сейчас ставить, наверное... Пусть выберется заклинание. И они с глубины не работают. Вот что делать надо? Интересно. Выключить расход заклинания, выключить броню в размере его стоимости. За 4 маны. Что там за 3 есть интересного?
Получается, 3 армора. Сейчас можно сыграть слияние. Но нет, будет глубоководный портал. И надо просто дожить до Геи. Но Челкун еще появляется. Есть ли смысл его выставлять? Так, гигант. Когда атакует ваш механизм, наносит... Да, наверное, Челкуна есть смысл выставить. По крайней мере, Арана потратит на него силы для зачистки. Бьет у нас в 1-2 и Щелкуна. Наверное, подозревает. У нас сколько у нас демеджа может нанести? Тут максимум. Получается 3. 3, 4, 5, 6. 6. 8, 10. 10. И при этом у него еще... У него 21. То есть один из хп останется. Еще можно нанести 2, 4... А, не будет все-таки размениваться. Хочется разменяться, надо выставить на Дректара. Выставляется, и нужно полностью бить все оставшимся в лицо. Не хочет он юзать обилку сейчас. Сейчас выставляется, выставляется у нас... Кто это у нас тут выходит-то? Выходит у нас гадюка. Выставляется дальше у нас дэмэдж. И надо выставлять сейчас Гею. Гея сейчас два раза ударит. Угу. Или сейчас не Гею сначала выставляется, мне даже интересно. Наверное, Гею все-таки 100%. Выставляется Гея, бьется раз, бьется два. А там, да, на Сирон, да, 2-3 натиск. Бьется раз, получается два, и все, забираются. Всему свое время. Думает магистр, всему свое время. Выходит Гея. Разыгрывается у нас слияние из глубин. Есть меха на акула. Но, наверное, надо все-таки подводного топографа брать. Нет. Берет это, значит, удар раз. Раз. Удар Брукана должно быть второй. Да, удар Брукана. Забирается у нас существо. И разменится весь стол у нас. И 8-10 у магистра. На следующем ходу, если у него летал... Получается, у него так 9 применяет противник заклинания маг, которые в сумме 20 стоят. Стоит 20. Значит, у нас получается 3, 6, 6 плюс 8, 14, 16, 18. Do little damage, но у нас при помощи механокулы получится сделать. Если тут damage, у нас есть 3. У нас есть иглопрюх, у нас есть 2. Это у нас 3, 2, 6 у нас происходит. А и вот еще 5. А, ну тут маны тогда не хватит. Ох, ну как же интересно выбрать ли уже, но надо тогда чистить, пытаться. 8-10 оставить, все остальное забрать. Постоянный костяной клинок. Разыскивает у нас... Ох, ну не понимаю, странный выбор. Так, и дается гнев. И что будет интересно этим гневом делать? 8. И еще 2, это 10, правильно? А, нет. Будет сейчас забирать 3-1 и 2-2 и бьет в лицо. Нет, будет бить все-таки в лицо. Посмотрим, есть ли у него летал. Это 3. Это 3. Это 6. Это нет, это 6. И еще что-то. По-моему, это летал. Раз. Берется еще раз, два, три. Ошибка. Горячее ведро. Раз, два, три. 14. Минус 3. И это ровно... А, это не ровно летал. И у нас побеждает магистр в этом противостоянии. В очень напряженном противостоянии побеждает у нас магистр. Мы поздравляем его. Победа. Фух, вот это, конечно, было потище. Но магистр уходит сегодня победителем. Мы поздравляем его с этим уже тоже. В прошлый раз турнир он недалеко зашел, в этот раз он занимает аж второе место. Мы его с этим поздравляем. Да, поэтому я тогда с вами... Могу попрощаться. Спасибо большое, кто смотрел эту трансляцию.
у нас тогда Хардстоун заканчивается. Остались только три дисциплины. Это Лига Легенд, Дота и КС. Обязательно подписывайтесь на группу КМА ВКонтакте. Подписывайтесь на Трова, на где вы смотрите трансляцию. Используйте также реферальный код e-mail, нижнее подчеркивание main. И обязательно следите за нашими турнирами, ведь мы считаем, что медицина и киберспорт тоже связаны. Поэтому я потихонечку буду с вами прощаться. Желаем всего хорошего. До скорых встреч. Встретимся с вами на следующей неделе на комментировании 2. Желаем всего хорошего. До скорых встреч.